Вот это все фермеры, у которых забирают землю сельхозназначения. А у нас забрали земли под ИЖС, поселок Хутор Каспаровский. Снесли полностью к чертовой матери с людьми. Остались люди с прописками в паспортах. Остался один мой дом. И он остался только потому, что я сказала, кто подойдет к моему дому, два предупредительных и все остальное последующее. Звать вас как? Артур Эдуардович. Артур Эдуардович, вот у меня лично к вам. Вот давайте мы быть мужиками, вот настоящими мужиками. Вы лично вчера, когда мы хотели выезжать, вот когда мы уже пошли трактора заводить. Мы хотели выезжать, и две патрульки нам под нос. Дослушайте, не перебивайте. Патрульки когда стали, мы вышли, почему нам, нас не пускают? Вот вы лично мне что сказали? Я что вам сказал? Вы ухмыльнулись? Нет, дайте договорить. Вы ухмыльнулись так? Понимаете, вы что, пацаны? Ну, давайте, елки-палки. Давайте быть мужиками. Не будем тряпками. Не будем тряпками. Никто из тряпок не является. Я не хочу с вами разговаривать. Вчера вы, с вами. Вы свое мнение и поведение меняете. Я понимаю, вы, может быть, политик, вы спецслужба. Вы меняете определенные сумятицы в мнении людей. Мнение простых людей. А я что? Я что, непростой человек? Не надо кричать. Вы посмотри на мои руки. Я вижу ваши руки. Ну, и на свои посмотри, а что там я рассказываю? Посмотрите мои руки. Молодец. Нет мозоли, что ли? Я ну, не надо так мне рассказывать про этих людей. Я что, вот царь барин, что ли? К сожалению, вот сейчас вот эта вот непонятная ситуация. Я думаю, почему полиция препятствует передвижению? Да она не препятствует передвижению. Вчера... Да не то, что машина заблокирована. Они не заблокированы, а просто сегодня принято решение. Они сейчас находятся под охраной здесь. И сейчас мы должны съездить в Краснодар. Ну то есть сейчас человек может сесть в трактор и поехать дальше? Значит, сегодня мы едем... Этот вопрос не обсуждается. Этот вопрос сейчас стоит о том, чтобы встретиться с властью. Ну некрасиво сегодня, некрасиво решать другие совершенно вопросы сейчас ставить, да? Когда вы вчера сами, вы лично вчера присутствовали и говорили, мы поедем сегодня на встречу. Сегодня вы рассказываете совершенно другое. Поэтому я сейчас действительно разберусь с больницей, с поликлиникой, а потом будем, потому что действительно человека надо лечить, если он действительно это так произошло. Да, первая попытка у нас была 28 марта предпринята, но приехал Общероссийский народный фронт в лице Натальи Васильевны Костенко, которая пообещала много интересного, люди ей поверили, но все-таки команда президента, Общероссийский народный фронт, ну как им можно было не поверить? Ну, когда столкнулись с народным фронтом, поняли, что он вовсе не народный. Мы называем его чуть-чуть по-другому, это пиар-фронт, а не народный фронт, потому что они выставили кандидатуру в Госдуму, пропиарились на нашей беде и забыли про нас. У вас есть время подумать и прекратить свои противоправные действия. Все ваши жалобы на незаконные действия сотрудников правоохранительных органов вы вправе обжаловать представителям территориальной и областной прокуратуры, которые находятся здесь. Пожалуйста. Вопрос, в чем наши противоправные действия? Объясните, пожалуйста. Вы считаете захваченной? В чем наши противоправные действия? Объясните, пожалуйста. Я объяснил, что ваше противоправное действие заключается в проведении публичного мероприятия в форме митинга, а где предварительно не согласованного с органами местного самоуправления. Мы задержаны? Нет, мы не задержаны. Мы так разрешите нам пройти. Так вы сказали покинуть кафе. Мы покидаем кафе. Выполняем законные требования сотрудников полиции. Мы подчиняемся, выходим в территорию. Автобус. Никто не выходит. Автобус. Зачем? Пройдемте, составление административного протокола. Пройдемте, пойдемте. А что, у нас немцы, что ли, нет? А на эти фашисты вы? Вы фашисты, немцы лучше вас. У ребят со старковки, это вы как кто, у них нет документов. Отдайте, чтобы они документы забрали. Алексей, ну что ж это получается за беспредел? Веня, не спи! Что, Алексей? Ну, везут каталажку, как и обещали. И что будет? Нет, это бандит.